встретилась. Белочка, ты вообще не боишься, да? Да ты лапочка! Ой, какая! Смотри, она вообще не боится и не кусается. Лапка! Бежала. Не боится ты, зайка. Нет у меня ничего. Нет, ничего. Я б тебе дала, ну видишь, ничего ты, зайка. Ладно. Ой, звери вообще ничего не боятся. Обалдеть. У нас вот в комьюнити они-то потрусливей будут, белочки. А это прям такая до меня дотронулась. Прям аж сердце кровью обливается. Обманула белку, ничего не дала ей. А она такими глазками посмотрела. Как ты могла? Да-да-да, вот эта ящерица. Дикий мир Флориды. Ящеричка тоже не боится нас, заметить. Она тоже думает, что мы ей сейчас кушать дадим. Да, ящерица, она уже вряд ли будет шоколадку. Белка чипсы нанесет. Белки, короче, здесь тоже на фастфуде. Нервничает что-то. В зубах держат чипсину. Да, вот почему они здесь жирненькие. Фастфуд. Да, у нас в комьюнити они такие стройненькие, маленькие, пугливые, а здесь вообще обнаглевшие. Белочка, белка, белка. Это, наверное, та же ручная белочка. Боже мой, какая белка смешная. Она вообще не боится людей, да? Ты зайчик. Ну, как же так? О, такая большая, слушай. Смотри, она сейчас прыгнет. Сейчас канечки прыгнет. Она чует, ты видишь, что она чует, что это что-то может быть. Подожди. О, белка любит сладкое. Я вообще в шоке. Вот, короче, люди. Сколько ты уже здесь живешь? 7 лет? 6 лет живет, и вот в первый раз видит такую наглую белку. Она руками держит. Тяжело зеркалкой настроить. Ой, милые существа такие.